А команда, естественно, угадывает. Солнце. Солнышко. Солнышко, браво, молодцы. Дальше. Стирай, стирай. Туча. Туча. Зашло за ночь. Еще можно нарисовать? Затмение. Какое? Солнечное. Солнце. Блестяще. Дальше. Угу. Ну. Слон. Браво. Не стирайте сейчас, ничего, не стирайте. Теперь дальше. Потрясающе. А дальше, давай, 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 давай. Слониха. Ладно. А, бля, абсолютно точно, браво. Потом поговорим на эту тему, да. А у нее дырочки не было, вы видели, да? Ага. Это девочка слониха. Ну? Дождик. Дождь, абсолютно точно, дальше. Что обозначает это значит? Ну? Ну? Рисуй, Катя. Ну, 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 ну. Рука дающего, да не оскудеет. Кто это? Похоже на руку. Или смерть с косой. Отрубил голову. Маленький. Маленький. Кто маленький? Рисуем кого маленький? Ой, мама. Микроб? Это руки. Евглена зеленая. Это руки? Что он делает? Шарик. Ну-ну-ну. Кать, почему-то неузнаваемо. Крест? Это голова. Маленький. Голова с шапкой плачет. Подожди. А, пуговица? Вот это маленькое, это оно там, смотрите, да, изображено, чтобы его жука открыла? Что значит желтый крест? Инструмент его нарисуй. Катя. А, доктор. Или? Хирург! Хирург, но маленький. Микрохирург. Микрохирург. Ну, это просто, это быстро. Давай-ка. Да. Это сродни мимикрированию. Слон. Машина. Сумочка. Сумка. Утюг! Утюг! О, дальше, ура! Успеем еще одну! Успеем, успеем, успеем! Ну, Катя, давай! Стирай, стирай! Коробка, квадрат! Телевизор! Куб! 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 Спасибо!